Не все российские и голливудские звезды попали на Олимп славы благодаря таланту. Многие стали знаменитыми после пластики. Лица этих людей знает весь мир, ведь их опыт останавливает молодых девушек и парней от хирургических вмешательств в красоту, данную природой. Донателло Версаче. В 90-е о Донателло Версаче знали как о сестре итальянского модельера. Она не была ключевой фигурой в модном доме брата и на светских мероприятиях появлялась редко. После смерти Джани Версаче она возглавила его бизнес и сделала несколько пластических операций. Она не получила желаемого результата, лишь испортила свою красоту. К 64 годам 3-4 раза делала подтяжку лица, накачала губы, увеличила грудь, изменила щеки. Эммануэль Биар. До пластической операции Эммануэль Биар снималась в низкопробных французских сериалах. Она легла под нож в 1989 году, когда ей было 27 лет. Хирургическое вмешательство прошло неудачно, поэтому последующие годы она потратила на исправление прошлых ошибок. К 1996 году она преобразилась и получила роль в фильме «Миссия невыполнима». Ивон Уэлдон. Светская львица Ивон Уэлдон появилась на американских таблоидах после десятка неудачных пластических операций. На фотографиях до экспериментов с внешностью она не похожа на нынешнюю себя. Миловидная женщина с четкими чертами лица превратилась в персонажа, которым пугают молодых девушек в надежде отговорить от операции. Сергей Зверев. Российский певец Сергей Зверев стал очередной жертвой пластических операций. Его знают даже те люди, которые не представляют, чем он занимается в шоу-бизнесе. В интервью Зверев рассказал, что хирургические вмешательства – это вынужденная мера из-за автомобильной аварии. В 2019 году бывший офицер похож на женщину не только чертами лица, но и поведением. Памела Андерсон. В 1985 году Памела Андерсон отправилась на футбол, где ее заметил режиссер и предложил сняться в рекламе. Вступить в новую жизнь голливудская актриса решила усовершенствованной. Она легла под нож хирурга, который увеличил Андерсон бюст. После внешних изменений Памелу стали приглашать на роли в кино, и карьера пошла в гору. Эльза Паттон. Состоятельная американка Эльза Паттон отказалась стареть и решила стать силиконовой куклой. В 2011 году ее пригласили участвовать в съемках шоу «Реальные домохозяйки Майами». Она не позволила себе появиться перед миллионной аудиторией и постаревшей отправилась на хирургический стол. Устрашающие последствия пластики не ускользнули от внимания публики, и на актрису обрушился шквал критики. Ее фото до и после операции – разные люди. Джоселин Вильденштейн. Женщина-львица Джоселин Вильденштейн сделала пластику ради мужа. Она изменила разрез глаз, щеки и подбородок, губы сделала более пухлыми, перенесла подтяжки лица. Удержать мужа не смогла, он бросил ее ради 21-летней модели. Джоселин прославилась благодаря устрашающей внешности.